Новосибирские следователи устанавливают личность женщины, которая оставила маленькую дочь в мусорном контейнере, якобы в наказании за то, что ребенок мешал играть в телефон. Девочка громко плакала, на шум сбежались другие дети, неподалеку расположена игровая площадка. Они сняли видео, попавшее в интернет. Подростки несколько раз просили женщину вытащить ребенка из бака, но она вместо этого заявила, что девочка сама не хочет вылезать и требовала не вмешиваться. А можешь вытащить ребенка или что? Как она сама может вылезть? Позже она все-таки достала дочку. Видео изучает Следственный комитет. Между тем, по словам юристов, за подобные воспитательные меры женщину могут поставить на учет в органах опеки. А если экспертиза установит, что ее действия повлияли на психику ребенка, то могут и возбудить уголовное дело. Наказание до 2 лет лишения свободы.